Привет, друзья! Вы на канале Принцесса Милана. Мы ездили на почту получать посылки. Мне так интересно, что там. Поэтому я решила открывать машину. Вообще, потрогала, потому что ты такой мягкая. Вот прям реально такое, прям. Какая-то вещь кажется. Поэтому мне очень интересно. Давайте же начнем открывать посылки. Я начну, вот эти две посылки я вот сюда положу. И начну вот с этой такой посылочки. Это, оказывается, такая штука, это нажимаешь там на бумагу, и она вырезается. Только надо сильно нажать. Тут бабочка и два котенка. Мама и, ну, я, например. Очень такие прикольные вырезалки. Я их отложу в сторону и открою. Давайте мне следующую посылочку. Давайте же откроем следующую посылку. Это вот эту. Ту мягкую, которую я говорила. Так, вот это сторону. Реально, мне казалось, что это мягкое что-то. А, это было мягкое по коробочке. Это папе пришло, чтобы браслет укорачивать на часах. Вот и его откроем. Очень интересно, как он выглядит без коробочки. Такой серебристый, такой ровный что-то. Куча какую-то штуку непонятную. Я даже не знаю, как это работает, поэтому... Ой! Ладно, давайте это положим обратно в коробочку. И я отдам моему оператору, моему папе. Оператор, помахай! Ой, все. Оператор помахал. Оператор, держи свой подарок. Давайте же откроем последнюю посылку на сегодня. Тут пузырики. Ой, это разобрала. Там что-то из украшений, мне кажется, лежит. Да, я, наверное, угадала. Да, я угадала. Это новые сережки-бантики. Вот такие вот. Я прям угадала. Ну, что сказать? Ладно, тут замки есть, поэтому хватит надо. Вот такой бантик. Вот, вот такие бантики. Прикольные такие. Ну как мне идет? А, кстати, я вам еще хотела показать. Вам это понравится, либо нет. Пакетик порвался. Сейчас я положу сережки аккуратно. Сюда, в сторону. Смотрите. Смотрите, у меня вот тут одна сережка, а вот тут другая. Что меня вот это ухо прокололи. А раньше я с одной сережкой ходила. Теперь я с разными хожу. Ну, мне дали такую же, но просто я не захотела ее одевать. Мне так больше нравится. Ставь лайком, понравилось видео. Дизлайком и понравилось. Подпишись на мой канал, поставь колокольчик. Колокольчик нужен, чтобы к тебе приходила такая надпись, что пришло, что вышло на моем канале новое видео. Всем пока! Thank you.